Сейчас я обуюсь. Привет, друзья! Привет из дачной купавны. Вообще-то мне, наверное, надо поздороваться не только с друзьями, но и со всеми, кто заглянул на это видео. Видео это будет интересно, я думаю, только тем, кто меня уже давно смотрит, а кто только что заглянул, вряд ли. Потому что я буду отвечать сейчас, хочу ответить наконец-то на вопросы такого характера. Я запуталась в ваших мужьях. Расскажите о них подробнее. Кто есть кто, кого как зовут. По-моему, пару раз ответила. А зачем вам разбираться в моих мужьях? Достаточно того, что я сама в них разбираюсь. Но вопросов, именно как будто повторяющихся, становится все больше и больше. Ну, короче, вот сегодня я решилась рассказать вам и показать всех своих мужей. Давайте на качели, что ли, сядем, и там я расскажу. Вернее, там уже у меня вот еще раз здоровые со всеми, кто заглянул и кто еще до сих пор не ушел, остался тут и ждет показы и рассказы о моих мужьях. Так вот. Ой, смотрите, какая роза. Сейчас я вам покажу. Опять вот она расцвела. Распрекрасная. Ну так вот. Ну так вот, слушайте, сейчас я буду вставлять фотографии, какие нашла у себя в файлах. С первым мужем мы были одноклассниками. С 8 класса дружили. Потом он признавался, что он в меня влюбился еще в 5 классе, в 6 классе уже я заметила это. Ну и в 8 классе, после того, как он меня пригласил на первом вечере нашем, на танец. До сих пор я даже помню, что это была за песня. Помните, цветы пели. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Под эту песню мы с ним танцевали, представьте себе, медленный танец. Потом закончили школу, поступили в Ульяновск, и он, и я в педагогический, он в политехнический. После 3-го курса поженились, после 4-го курса я уже в это время закончила институт. Родилась у нас дочка. А муж продолжал учиться на 5-м курсе. Здесь муж с дочкой готовится к экзамену. Вот так она, студенческая семья. Глаза прикрою и кометой сквозь призму времени лечу, как кадры старой киноленты жизнь от начала прокручу. И оживают предо мною мгновенья из небытия, чуть вспыхнув, меркнут чередою, как на экране жизнь моя. Вот выпускной, вот мы студенты, картошка, лагерь, стройотряд. Дорога вьется, словно лента, костры походные горят. В волненье новом, незнакомом, жму дочь к трепещущей груди, а ты под окнами роддома счастливый на меня глядишь. Вот мы с детьми в панаме, в кепе, опять нарвали на лугу. А вот снеговика все лепим и сами с головой в снегу. Вот дочь и сын уже студенты, и младший не по дням растет. Опять дорога вьется лентой, и безмятежно жизнь течет. Так миг за мигом мимо, мимо, из мрака вновь небытие, несутся неостановимо, а счастье уж на острие.
Вот сплю, по светлым снам кочуя, доверчиво прильнув к тебе. В ту ночь, последнюю, не чуя беды дыханья на себе. Покуда утро не настало, я тщетно к кнопке стоп тянусь. Но пальцы ватными вдруг стали, суставами не шелохнуть. И час грядет неумолимо, покой взорвется, рухнет суть. И все еще предотвратимо, лишь к пульту руку б дотянуть. Но вновь виток петлей замкнула, вновь не послушалась рука, и ночь за ночью, лишь уснуя, вновь наступает день сурка. Увы, стократно проживая, миг роковой не отведу, дымят руины, дотлевая, по ним босая я иду. Аж белый. Саш, тебе что? Горит, горит. Саш. Да, петух, давай. Мы же налит. А он ждалит. А он ждалит. Кому хлеба надо, да? Скажем. Ну тогда вот это уберем. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, любви. Чтоб все хорошее тебя не покидало, а плохое не задерживалось. Спасибо. С днем рождения. Это не можешь не пропустировать. Мне не надо, спасибо. Мам, тут нет, ну, успокойся. Пап, дай сюда тарелку, чтоб не капнуть. Ты себе положишь. Дай, переложись сюда. А мне чья тарелка? Вообще, я всегда Гали завидовала. Я говорю, такая большая семья, и все здесь рядышком. Это пускай стандарт. Что тебе, компот? Сейчас и вот есть. Мы говорим, эти дети ушли уже одни. Почти что. Только приезжают на праздники. Еще желаю, чтобы у тебя с лица никогда не улыбка не сходила. Спасибо. Я про то, что одни дети ушли. Петя, я просто... Вчера ко мне подходит женщина с соцобеспечением. Галина, я пыталась. Вы знаете, вот у нас... Мы хотим вас пригласить на праздник мам в Ульяновск. Вы у нас в числе делегации. А я что-то подумала, ну как родительница в школе-то, да? Я говорю, а я уже давно не мама. Знаете, всю жизнь хотела я прийти к Гале, вот в ваш семейный круг. Знала, что у вас а такая славная, была. Дружная семья, но я так в отдельности была, да. Знаю всех по отдельности. И, в общем-то, я так и знала, что настолько уютно у вас в вашем семейном кругу, как будто бы всю жизнь я вас знала всех. Очень хочу поздравить с днем рождения Галю. Есть в мире много пожеланий. Их всех не перечесть. Тебя я просто поздравляю. Люблю такой, какая есть. Ой, спасибо. И как я заблудилась. Неприятное ощущение. Я плакала, я ревела. Я кричу, он не отзывается. Ну, думаю, ну вот здесь должен быть, почему не отзывается. Не слышу. Нет, а он, оказывается, ушел с тобой. Я за бугор ушел, он не слышит. Хочу, бегу, кричу. И уже представляю, думаю, что я буду делать, тут темно будет. Я всякие кошмары стала представлять, как меня не найду. Фантазия хорошо. Ну, видимо, остановил, да? Ты сказал, ты остановился, послушал, услышал вроде, как я кричу. И он, слышу, машина уже ко мне подъезжает. И смотрю, красная машина, у меня ноги подкосились, я уже это обморок хотела. Ну, пошли, играть. А почему красная? А, ну, тогда ревела, да. Ну, где вы, на вечерах, что ли? Да, он вышел из машины, бежит мне навстречу, я к нему, и я Я говорю, я вот сюда схожу, посмотрю. Она, ну я возле машины тоже. И я без ведра ушла, вот так. Просто так вышел возле машины. Буквой Г, я возле машины буквой Г. Вот знаешь, в детстве с бабушкой возле Лисьей горки были. И мне странно, как я заблудилась. Я даже не пойму.
Вот, видимо, вот бывает вот так. На старуху правое ухо вот разбирать. Монтируй сами будете, я ее не монтировал. Все подряд? Да. Еще раз обними своей жены, я что-то плохо снял. Вот. Сестра Володя из Самары. Они как раз тоже в прошлом году, оказывается, заблудились с подругой. И вот, говорит, блуждая, мы встретили еще двух женщин, тоже заблудились. Говорит, смотрите, вон там он маньяк ходит в трусах, с ножом в руке. И грибы не нужны. И правда, говорит, потом мы на этого мужика набрели, а он, оказывается, набрал, оставил одежду. Одежду набрал, одежду, боится, мы не найдем одежду. И у него только нож и трусы. Маньяк. Со дня свадьбы мы не дожили 2 недели, даже меньше. Да, 20 июля я уехала в Москву. Почему, как, я сейчас рассказывать не буду. В моих видео все есть. Кому интересно, можете посмотреть, найти, посмотреть. Они, эти все видео, в плейлисте, который называется «Откровенно о главном». Это вот я в Москве уже, на работе, здесь с внучками, на их даче. На выходных старалась к ним ездить после работы. Ну, вот такая я приехала в Москву. И со вторым будущим мужем познакомились 9 октября. Тоже был вопрос, как познакомились, как я нашла. Но опять повторюсь, не искала. Благодаря стихам.